1 сентября в Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета был дан старт фестивалю пространственных искусств. В рамках фестиваля один из дней проходит арт-кросс. Цель арт-кросса – это познакомить первокурсников с видами пространственных искусств. Мы создали чат-бот в Телеграме, которые разослали студентам, и студенты, уже передвигаясь по определенному маршруту, знакомятся с видами пространственных искусств. В этот маршрут включаются объекты Казанского университета, что интересно. Они знакомятся и с объектами, корпусами университета, и параллельно с пространственными искусствами. Переходя таким образом от места к месту, студенты выполняют определенные задания. К примеру, зарисовать, отфотографировать или просто сделать общую фотографию. Помимо этого, они узнают об истории определенного здания. Конечной точкой маршрута становится сковородка. Студенты должны сделать командное фото и публиковать в общую группу в Телеграм с надписью «Место встречи сковородка». Напомним, что участие в фестивале примут все студенты первого курса. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.